Я ее писала, не знаю, месяца 4, наверное, полчаса. Самое интересное, что эта песня, она написана как вот выдумка, как сон какой-то, а потом это все сбывается. Поэтому она в народе называется «Приворотная», а так вот в альбоме я и назову «Подарок». Нарисуй на моем полуночном окне белой музыкой замысловатый узор, чтоб хотелось от счастья расплакаться мне, чтоб хотелось вести до утра разговор. У непрошенной нежности на поводу и зимы в разнотравье степной аромат, у бесстыдно горящей луны на виду убежим, чтоб уже не вернуться назад. Закружи меня вьюга искрящихся нот и в беспечную майскую ночь уведи. Просто сердце проснулось и снова поет, просто новое солнце забилось в груди. Пожаловал Бог, как подарок волшебный, один на двоих, так уютно и сладко свернувшись в клубок, задремала душа на ладонях твоих. В ожидании путь предрассветный разлит, нам осталось немного до новой зари. Все, что было, прошло и уже не болит. Забери меня в май и зимы забери. На излете весны убежим за луной, пусть со звезд на траву осыпается пыль. Разгадай мои сны и останься со мной собирать наяву серебристый ковыль. Разгадай мои сны. Относительно недавно.